Миллионы долларов помощи на развитие страны и Украина после Майдана. Об этом эксклюзивном интервью 7 каналу рассказала директор агентства США по международному развитию Сюзанна Фриц. Отмечу, ведомство на протяжении 25 лет финансирует развитие Украины. Общая стоимость помощи, которая была предоставлена Украине со стороны USAID, становила более 3,2 миллиардов американских долларов. Если мы говорим о стоимости помощи, которая была предоставлена от момента революции достоинства, то это где-то 400 миллионов долларов на сегодняшний день. Одесская область – одна из тех областей, которая находится в центре нашего внимания, и на сегодняшний день в регионе работает 17 наших агентств и проектов. Также гость отметила, что после Майдана страна изменилась, уверяет, в лучшую сторону. Уже заметны первые результаты проводимых в Украине реформ. Я абсолютно согласна с тем, что Украина после Майдана ушла значительно вперед. Иногда кто-то этого не замечает, иногда это не так легко увидеть. Но если мы сравним прогресс за последние 3 года с тем, что было раньше, то мы видим по-настоящему удивительные изменения. Отмечу, уже в субботу, 2 сентября, сотрудники агентства представят проекты развития нашего города. Ознакомиться с ними можно на интерактивной ярмарке «Городок» в парке Шевченко.